Вот это очень трудно, потому что, если говорить бизнесовым языком, то барьер выхода на рынок или барьер входа на рынок для тренинговых центров очень низкий. Сделал свой сайт, прочитал несколько книг, и уже можно вести тренинги. Поэтому, ну, исходя из личных рекомендаций, это важен очень бэкграунд. Потому что если мы говорим о психологических тренингах, которые ведут люди, не владеющие психологией, у которых нет базового психологического образования, ну, для меня это было бы уже таким маячком, что, может быть, к этим людям ходить не надо. То же самое и про бизнес-тренинги. Если бизнес-тренинги ведут люди, у которых нет собственного бизнеса, это означает, что это теоретики, которые так на уровне теории останутся. Нужно искать тех, у кого есть собственный бизнес, кто не понаслышке, а изнутри знает, как это все происходит, вот они действительно могут научить. Кстати, MBA построен именно таким образом. Там существуют теоретические модели и преподаватели, которые преподают теорию, но там очень большое количество практиков, которые преподают именно с точки зрения практического применения в бизнесе этих моделей.